ИГИЛ с каждым днем все опаснее. Теперь они, внимание, бреют медведей. Новое оружие, спросите? Нет. А забавные ошибки наших американских коллег сейчас расскажу. Некрасиво? Нет, мы не со зла. Вам это понравится. Это, правда, очень смешно. Итак, вот публикация официального аккаунта в Twitter NBC News. Сообщение гласит, что бойцы ИГИЛ бреют медведей и прячутся в домах мирных жителей, чтобы избежать авиаударов. Но все дело здесь, конечно, в опечатке. Пропустили одну букву в слове «бороды» — «берц», и получилось «берс» — «медведи». Ну, позже ошибка была, естественно, замечена, однако канал не стал удалять тот предыдущий твит, а уточнил лишь, о чем шла речь в новой публикации. Ну, как вы понимаете, реакция пользователей себя долго ждать не заставила. Итак, за считанные часы оригинальный твит и исправление набрали тысячи ретвитов, став популярной темой для шуток. Вот, например, «бедные медведи» и «зимой тоже». Ну, действительно. Карикатурка и подпись «Абсолютное злодейство, дьявольское». Что дальше выдумают эти негодяи? Ну, жестокость, и на этот раз в кавычках я говорю, террористов, стала поводом для насмешек. Вот, например, такой: «ИГИЛ бреет медведей, жестокие люди». Ну и напоследок, например, Винни-Пух в шоке. Действительно, да, террористы бреют медведей, что происходит? Не сомневаются пользователи, что «бреют медведей» было гораздо круче. Ну, кстати, удивительно, что нет шуток про русских медведей. Мы с коллегами тут уже на эту тему посмеялись, но в Твиттер постить не стали.